Всем привет, зрители моего канала и подписчики. Сегодня у нас с вами дачный контент. Немножечко будем сегодня заниматься посадкой. Я вам за это говорила уже, бересклет. Будем его черенковать. Если у вас был такой опыт, пишите, конечно, будет интересно почитать. Бересклет это такой, знаете, с белым. Есть у меня еще с желтым. Я вам все буду показывать. В общем-то, всех приглашаю к просмотру. Всем приятного просмотра. Хорошего настроения. Вот так выглядит этот бересклет. Он такой, видите, зелененький и с белым. В том году он вообще был совсем малюсенький. И вот, наконец-то, я добралась и вам обещала. Красотка. Будем его сегодня черенковать. Сколько сделаем череночков? Там, ну, штук 5, не больше. Попробуем. Может, ничего не получится. Такие самые большие сейчас повыбираю веточки. И с вами посмотрим вообще, как это рабочее. Вообще тема или нет, сейчас посмотрим, девчонки. Немножко, сколько? Это штук 5. Там стаканчики приготовила с землей. Штук 5 веточек сейчас. Такие, знаете, побольше. Попробую отрезать. Одинарные веточки такие. Ну, кто по-любому что-то сделал неправильно. Вот такая вот, видите. Еще зачистим ее. Кто таким занимался, пишите, конечно. Ой, ветер. Уже жарко у нас очень. Наступило лето, как говорится. И этот вообще, гляньте, какой прям длинный-длинный. Тонкий. Ну ладно. 3, 4. 5 решила попробовать. Посмотрим, ребятки. Так, все. Есть у нас вот такие вот заготовочки. Смотрите. Все. Материал собран. Идемте теперь будем его укоренять. Хотела вам также вот это вот почвопокровник, видите, подстригла. Все подстригают, и я решила подстричь. Шариком так получилось. Продолжаем, девчонки и мальчишки. Есть универсальная земля. Поместила в такие 5 стаканчиков. Все они с отверстиями. Все как всегда. Так, есть. Есть вот такое вот приспособление. Вот корневин, видите? Для лучшего укоренения. Попробуем с ним. Посмотрела там некоторые видео. Будем пробовать. Так, надо ножичек. Сейчас, секунду. Так, это для того, чтобы... Так, получается активные всякие вещества для стимуляции корней. Чтобы, ну, корнеутворения, то есть, чтобы корни развивались. Здесь все такое, то, что надо, в общем-то. Здесь можно его, кстати, замачивать. Вот эти корешки, да? Ну, то есть, что вы хотите укоренить. Но, посмотрев видео, некоторые не замачивают. И давайте, знаете, как сделаем? Просто будем с вами сейчас... Вот насыпаю я в тарелочку. И мы будем каждый сейчас подготовленный вот черенок. Вот таким он цветом. Вообще-то у людей он был белым. Не знаю, девчонки. Вообще тогда. Ну, сейчас как сделаю? Буду зачищать тогда вот эти корешочки. Обрывать необходимо листочки, вот эти все. Необходимо наполовину точно. Сейчас пообрываем. Почему-то он у всех как бы как порошок такой был. Старалась на косую его срезать, ребят, этот ствол, то есть веточки. И сейчас все лишнее убираем. Так, также водичка понадобится. И будем как делать? Будем вот этот корешок вмакивать в водичку хорошенечко. А потом в корневин вот этот, ребят. Что-то там останется, надеюсь. Он, конечно, немножко, так знаете, размокает. Ну, ничего страшного.
Вот этот потом и вот так сюда вставляю его. Все. В стаканчик. Вот так вот вставила и все, корешок этот. Сейчас вот все так попроделываю, да, вот эти все веточки. И потом его разбавлю водой, ребят, туда прям. Пролью тогда эти росточки. И все. Не знаю. Наверное, неправильно, поскольку он был белый у людей, у меня здесь розовый. Ну, посмотрим. Некоторые вообще этот бересклет сразу в грунт высаживают. Ну, то есть даже черенкуют. И все у них хорошо получается. Посмотрим, ребят. Все на опыте. Может, что-то получится. Сейчас потом его в стаканчик тогда разбавлю. Главное вот это условие, что зачищают вот так. Вот тебе и корневин. Корневин, корневин. Корневин, корневину рознь. И глубоко прямо вот так вот. Веточки. Может, получится, мало ли. Все, ребят. Потом буду проливать. Корневин этот разбавлю тогда. Все, продолжаю так со всеми веточками. Все вот так вот повысаживали. Теперь вот этот корневин разбавлю в воде, ребят. Все сюда. И попроливаю ним. Не знаю, какой-то неправильный корневин купила. Хотя он вроде как одинаков, видите? Не знаю, там как пыль прям был такой. Сейчас растворится. Попроливаю. Ну, а потом что сделаем? Конечно же, эффект парничка сделаем. Все-таки завяжу кулечком. Земля, конечно, здесь и так пролитая хорошенечко. Но все равно, ребят, попроливаю этим еще корневином. Сейчас у нас уйдет немножко. И все. Сейчас как раз можно, кстати, этот корневин, знаете, для чего разбавить? Петуньи, чтобы укоренялись. Тогда будет вообще класс. Все, пусть они постоят. Сейчас все, вся водичка выйдет. И будем накрывать пакетиком череночки наши. Немножко постояли они с корневинчиком у нас. Все, ребятки, теперь что? Вот так выглядят все. Череночки хорошие, смотрите. Будем надеяться, все получится. Теперь накрываю кулечком. Самым обычным. Вот так вот аккуратненько. Завязываю все каким-то чудесным образом. Какую-то резиночку сейчас немного придумаю. Есть у меня канцелярская. Так необходимо все закрыть. Все, ребятки, вот так завязала пакетик, то есть веревочка вязала. И вот такой парничок у нас получился с вами. Примитивный. Будем уже оставлять его на улице. Уже ночью более-менее тепло, все нормально. Ну, пусть хотя бы недельку постоит. Там влаги предостаточно. А потом только будем открывать и смотреть, как вообще у нас пойдет дело или нет. Или 5 веточек безнадежно сорвали зря. Посмотрим, ребятки. Вот такой вот сегодня у нас был денечек с вами. Давно хотела укоренить этот бересклет. И все-таки с вами попытались. Посмотрим, будем ждать результата. Лобелия уже засушивает некоторые цветочки. Красавица. Все, вот такое вот сегодня видео. Коротенькое. Все, всем спасибо за просмотр. Хорошего настроения. Все, всем пока.